Тебя приветствует очередная серия Metal TV, 119 выпуск. Он посвящен моему проекту Torn Apart, но Torn Apart — это отдельная история, об этом надо снимать целый фильм, блин, документальный. Вот. Ну, это я сниму попозже чуть. А сейчас я об альбоме расскажу. Этот альбом, можно сказать, легендарный. Сначала он был издан на кассете, монтированном. В ролике будет кассета, фотографии. Вот, фотографии кассеты. На Кульмис Рекордс я издал этот альбом в формате CD-рки, тиражом 20 штук. Ну, могу показать, сейчас покажу. Но! Но. Тут на вокале, тут, значит, состав такой. Тут это записан альбом в 2001 или 2002 году. И тут, значит, вот такая обложечка цензурная. Это я придумал. Вот. Тут тексты, диск, вот, и сзади оформление. Тут играет, короче, Николай Сустин на барабанах, на басу, на вокале Жека Громадов, на соло-гитаре Черниченко, и тут тоже ж. Я на ритм-гитаре, ну, музыка моя, понятное дело, импровизация, то есть, ну, обработка, это уже соло, это уже Черниченко-молочага, да, вот. Но тут на вокале Жека Громадова, таким чистым вокалом, таким более трэшером. А это я издал в 2018 году, вот на своем лейбле, почистил, там, почистил, соединил так, чтобы было, убрал эти кривые места, сейчас вот звучит все ровненько, четко, песню «Возрождение» почистил. И тут на вокале «Родослов», это Александр Похотин, проект Бетсула, Эрих, где там еще Крис Культ, по-моему, там он тоже, ну, новые проекты, как и я. Вот, так что вот, это, значит, вы поняли. Вот, а это вот проект, уже, можно сказать, ремастерированный. Вот, на винильчике его издать люди не захотели, качество не очень, переигрывать мне предлагает Состкин, ну, не знаю, фу, Состкин, как его, Похотин. Родослов предлагает переиграть его. Ну, это надо заниматься этим, не знаю. Я ему предложу, пускай кавер сделает, если хочет. В своем проекте. Я не против. Вот. А так я не знаю. Времени еще мало на все. Я ж не гапон, например, чтобы только музыкой заниматься. А сейчас, я думаю, не только музыкой занимается. Еще и куча дел надо делать, детей надо кормить. Вот. Так что, да, не все так просто на самом-то деле. И музыкой заниматься, и жить в этом ёбаном мире, блядь. Вот об этом текст. Тексты, кстати, стали хитовыми для некоторых людей. Кстати, тут же Юра Язычник играет. Точнее, играет, он тоже тут как бы принимал участие в плане логотипа разрабатывал, да. Вот, который на пару, да, мы там с ним еще кучу. Это самое. Так что тексты тут очень прикольные. Вот, сейчас они на английском переведены. Для английской аудитории, а на том, ну, на оригинале, там на
на русском языке, да. На российские моря. Вот. Вот такая обложечка. Жуткая, жуткая. Вот такое издание. Ремастер уже, да. Сделано в 2002 году, вот. А это вот ремастер с другим вокалистом, вот оно самое, 2018 году, вот, за издание. Не, ну это я с кассеты взял, да, обложку, ну вот, что тут. Большая стыка, стая клыков, стук, глупую смерть видишь вокруг. Бой все ближе, все уже круг, дыхание. Ну, зрение херовое, да. Плач это крики, плач это боль, ля-ля-ля что-то. Жизнь этап 1000 лет. История нескольких жизней внутри него голубый след, мне не познать. Тайных смысл что-то там. Ну это да. Это Жека себе, наверное, пел. Вот. Так оно и получилось у него в жизни. Семья, дети, проблемы, на музыку времени нету, блин. Алкоголь, наверное, что-то. Слабак. Вот. Я, наверное, жалею, что женился. Детей завел. Вот. Ну, шо. Пока-пока. Подписывайся на мой канал. Ставь лайки. Ставь дизлайки, если ты пидор, сука. О, ебаный, бля, чтоб ты сдох, падла. Вот, лайки ставь. Только лайки. Потому что негативчиков много, к сожалению. Донецкие, луганские. Тараканы разбрелись по всей Украине и съебались еще за рубеж. В Харькове тут полно этих дебилов, блядь. К сожалению, вас бомбы не поубивали, нахуй. Ну, блядь, ничего, было скоро поубивать всех. Вот. Негативчики, у вас, блядь, понимаешь, блядь, конченые суковые, блядь. Вот, что вам сказать. Вы сначала сами что-то создайте, блядь, а потом будете пиздить. Ну вот, ну что. Вот, так что подписывайтесь на мой канал. Следующая серия Metal TV. Что у нас там следующая серия? Следующая серия будет предоставлен альбом. Cyber Magician будет представлять следующий альбом. Той на Barrett Mental Pathology. О, там два трека с альбомом Патология. Вокалистом Средослава. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Макс Вехов, желаю тебе успехов. А это я ставлю сюда.